На пересечении улиц Туполева и Маяковского после столкновения с микроавтобусом перевернулась машина скорой медицинской помощи. По данным ГАИ, микроавтобус «Газель» двигался по Туполево со стороны речного вокзала. «Газель» пересекала перекресток на зеленый сигнал светофора. Водитель «Газели» не предоставил преимущества скорой, которая пересекала перекресток со стороны улицы Шишкова на красный при включенных спецсигналах. В аварии, по данным ГИБДД, пострадали водитель, фельдшер и перевозимый в карете скорой больной. Полученные ими травмы не опасны для жизни. Калининским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 33-летнего жителя поселка Васильевский Мох, подозреваемого в убийстве брата. По версии следствия, преступление совершено в ночь на 8 января в Васильевском Хе. Мотивом убийства стала бытовая ссора, орудием – кухонный нож. Постановление суда в законную силу не вступило. Еще по одному убийству судом вынесено постановление в городе Ржеве. И вновь в ночь на 8 января 44-летний житель Ржева на почве личных неприязненных отношений несколько раз ударил топором по голове своего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.